Для воспитанников первого директора детской картинной галереи Нины Васильевны Ивлеевой вопрос, откуда взлетают жар-птицы, а именно так называется книга-альбом, вышедший в ее честь, риторический. Они точно знают, жар-птицы взлетают из этих стен. Это фотоальбом с биографической справкой, который отражает основные вехи творческой, педагогической и административной деятельности Нины Васильевны. Ивлеевой исполнилось 82 года. Альбом содержит около 200 фотографий из личного архива именинницы, а также фотографии рисунков и композиций, созданных ее воспитанниками. Она уверена, у каждого ребенка есть талант. Важно его разглядеть. Неталантливых детей нет. Каждый ребенок, если на него не действовал учитель, родитель, он создает чистую индивидуальность. И это всегда очень гармонично. Нерисующих детей нет. Каждый ребенок талантлив, надо разглядеть. Ему нужно показать, в чем он талантлив, и не настаивать на том, чтобы он кем-то стал. Пусть он сам выберет. Поздравить именинницу в детскую картинную галерею пришли не только воспитанники и их родители, но также городские и областные власти. Нина Васильевна Ивлева – это, конечно же, замечательный и великий деятель культуры Самарской области и города Самары. Сам музей детская картинная галерея, находящийся в замечательном здании, особняке Клотта, это уже ее творение. Конечно же, сотни учеников, выпускников этой замечательной детской студии, ее воспитанники, люди, которые получили эстетическое образование из рук, наверное, одного из ведущих педагогов нашей страны. Это все тоже ее наследие. Хочется пожелать Нине Васильевне здоровья, конечно же, еще много творческих лет ее жизни, но и, конечно, много учеников. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко вспоминает, раньше детская картинная галерея размещалась в Театре оперы и балета. Она нуждалась в собственном помещении. Тогда и возникла идея открыть галерею в особняке Клотта, построенном в 1898 году из красного кирпича и известняка по проекту Александра Щербачева. Это было в 1991 году. Здание находилось в полуразрушенном состоянии. И Нина Васильевна проделала огромную многолетнюю работу по его восстановлению. Она обращалась за помощью к областным и городским властям, привлекала частный бизнес. Когда Нина Васильевна вошла в это здание, здесь не было той красоты, которая есть сегодня. Не было крыш, были везде щели. В данной ситуации был полный разруха. И вот Нина Васильевна из этой разрухи сделана храм Божий, я бы сказал, культуры, картины, галереи, когда дети идут сюда с удовольствием. Имя вот Ивлевой в стенах культуры и в стенах, вот будем говорить, энтузиаста своего дела, оно вписано в летопись города Самары и Самарской области. Для слепых, слабовидящих и слабослышащих детей в рамках городской программы «Самара. Детям мы разные, мы равные» были созданы коллекции рельефов «Древний мир» и «Средневековье». Каждый рельеф сопровождается аудиокомментарием. За годы работы детской картинной галереи из ее стен вышли более 3000 выпускников. В фондах хранятся тысячи детских рисунков со всего мира. Работы профессиональных художников – коллекция авторских кукол. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События.